исследование и выяснил, что Скорм Снежный Странник после осады оставил часть своих личных записей здесь. Я надеюсь, в них будут указания на то, как попасть в закрытые помещения крепости. Тебе стоит знать, что в Форенхосте водится нежить, но думаю, ты с этим справишься. Возвращайся, когда добудешь посох. Стой! Привидение? Не люблю привидений. Дай-ка я подумаю минуту. Стой! Это еще кто? Подожди. Я все объясню. Валмир, крыса! Ты вообще не солдат. Ты, наверное, талмарец. Побить!